что у нас происходит. Ну, семейный такой выход. Решили, чтобы жены не скучали с детьми, подразвлечь. И, в принципе, я первый раз в московском цирке, как и Кирюша. Вот, и все очень нравится, но зверушек жалко. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Я думаю, что это очень важный аспект для любой команды. Баскетбол — это командная игра, и каждая, так сказать, мелочь тут играет важную роль. И такие вещи, как собрать всех с детьми, с семьями, это очень сплочает и очень помогает, потому что мы не только как бы узнаем друг друга на площадке и на выездах, и получается еще семьи знакомятся, дети знакомятся, и это, ну, очень помогает. Это, так сказать, как одна большая семья становится команда, и это очень большой плюс. Да, я это не знаю, какой-то, не знаешь, как это описать даже. Первый раз был в цирке, меня выбрал клоун там на сценку. Я так аж взволновался, думал, блин, что такое. Ну, прикольно было прям посмотреть цирк тоже на сцене, классное ощущение. Yes, it's my first time here at the Moscow Circus. We tried to go before, but we just didn't have the time. But it's so exciting that Cesca invited us to come. Anya really enjoyed it. It's a lot different than the circuses back at home. But it's really cool, very unique. The bears, I've never seen a real bear in my life, so that was very different. The tigers were really cool. Anya really enjoyed the music, and the dogs was probably her favorite part. So it was really neat. Yeah.